16 к 1125.06.2018 обновлено 16 15 25 июня 2018 года 2865985 Москва 25 июнь. РИА Новости. Агрессивность и жестокость часто появляются в обществе, которое переживает переходной период. Об этом радиостанции «Говорит Москва», заявил тележурналист Владимир Познер, комментируя интервью Людмилы Улицкой. Ранее писательница заявила 112 УА, что россиянам и украинцам нужно еще 150 лет, чтобы догнать европейцев. По ее словам, Россия движется поперек цивилизационного процесса и пояснила, что очень важно в такой ситуации снижать уровень агрессии и не впадать в отчаяние. Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах. Как надо идти дальше? У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой, пояснил Познер. При этом он не согласился с заявлением писательницы о развитии поперек цивилизационному процессу. Как раз нет, она идет по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния, добавил он. Решетка Людмила Улицкая, решетка Владимир Познер, решетка Россия, решетка Украина.